1 миллион долларов. Однажды на местном рынке к Пабло Пикассо подошла некая женщина, которая протянула ему листа бумаги. «Господин Пикассо!» – взволнованно сказала она. «Я ваша большая поклонница! Не могли бы вы кто-нибудь нарисовать для меня?» Пикассо сразу согласился и быстро запечатлел на этом листе свое произведение искусства. С улыбкой он вернул женщину листа и сказал: «Пикассо с радостью согласился и быстро запечатлел на этом листе свое произведение искусства». С улыбкой он вернул женщине листа и сказал: «Это будет стоить 1 миллион долларов». «Но, господин Пикассо, именно!» – воскликнула женщина. «Вы потратили какое-то 30 секунд, чтобы нарисовать это 1 миллион шедевр». «Добрая женщина!» – усмехнулся в ответ Пикассо. «Я потратил 30 лет, чтобы нарисовать этот шедевр за 30 секунд. Сосредоточенно на какой-либо деятельности или навыке, ежедневно стараясь его улучшить, стараясь стремиться к совершенству, и через 3-4-5 лет вы обретете такое умение и интуицию, что вам назовут гением. Сосредоточенность плюс ежедневная стремительность плюс время будет гений. Стоит вам прикнуться к этому формуле, и ваша жизнь станет иной. С вами был Макс Прайм. Всем спасибо за просмотр.